Вот уже 28 лет военнослужащие войсковой части 5526 Министерства внутренних дел Республики Беларусь находятся на страже общественного порядка и обеспечивают безопасность в нашем городе. Эти главные принципы службы были определены еще в 1993 году. За такой существенный промежуток времени они остались неизменными, как и ряд профильных задач, которые возложены на обрезки батальон милиции. От охраны общественного порядка и выполнения конвоирования до кинологических вопросов и нюансов разминирования. Работа военнослужащих войсковой части 5526 опасны и трудна, и подтверждают это недавние события. Ближайший пример. Прошлая неделя 53 объекта в городе Бресте и Брестской области были, скажем так, заминированы нашими телефонными террористами, в результате чего наша группа саперно-психическая, все три расчета, работали на протяжении суток по обследованию данных объектов, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и наших детишек. Мы гордимся тем, что скорее всего, по праву дислокации мы являемся прародителями 132-го батальона войск НКВД, который дислоцировался в Брестской крепости и в годы Великой Отечественной войны принял на себя один из первых ударов немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздничной даты на территории части для гостей и военнослужащих была организована выставка вооружения и техники. Конечно, за 28 лет в подразделении произошло ряд положительных изменений. Автопарк пополнился современными автомобилями, увеличилось материальное и техническое оснащение. Но главным остается не это. Важны люди, которые за дня в день выполняют свои обязанности на 100%. Поздравления с 28-летием со дня образования войсковой части звучали именно для них. У вас на стене написаны очень четкие конкретные слова «долг, честь, отечество». Я хочу подчеркнуть, что, наверное, те события, которые происходили не так давно, доказали, что в данном случае ваше воинское соединение не на словах, а на деле. Вот эти слова взяли для себя как девиз, наверное, жизненного долга, девиз выполнения поставленных перед вами задач. Кроме поздравлений, военнослужащие были удостоены почетными грамотами и медалями. Для каждого из них это не просто награда. Это знак благодарности и отличия, знак внимания командования к заслугам. Службой во внутренних войсках горжусь. Выполняем ее с честью, с доблестью. Коллектив воинский воплощен. Все друг за друга. Ну, как бы так приятно служить в этом воинском коллективе. Остался, служим по сей день. Отмечаем 28-ю годовщину войсковой части 5526. Награды всегда приятно получать, потому что награды, ну, это, наверное, внимание командования к нашим заслугам. Хочу сказать, что у нас никто никогда не забыт, всегда все поощряются у нас. Я хочу сказать, что у нас коллектив одна большая семья, точнее, большая маленькая семья, потому что у нас коллектив достаточно сплоченный, он небольшой по сравнению с нашим ядром, с бригадой 7404. Ну, как бы мы друг друга знаем, мы друг друга, у каждого на виду. Общаемся, дружим, семьями, проводим личное время. 28 лет со дня образования войсковой части 5526 – отличный повод, чтобы вспомнить, сколь много хороших изменений произошло за эти годы. Но в то же время это возможность выстроить планы на будущее, в которых будут фигурировать три главных слова – долг, честь, отечество.